Телеканал КРТ представляє. Зараз те, що я бачу, ну, я міг би назвати одним словом паніка. Тобто ми можемо зайти в аптеку, не знайти якісь антисептики, ми можемо знову зайти в ту ж саму аптеку, не знайти маски. І, в принципі, люди так трохи-трохи панікують, закуповують різні речі, там, туалетний папір, я не знаю, чому саме туалетний папір. Хоча, може, якщо поживу десь тиждень без нього, то зрозумію, чому туалетний папір. Твоє ставлення – це оправдана паніка чи це трохи надумано? На твою думку, особисто. Ну, смотрите, в любом случае коронавирус – это беда. Беда для всего мира, потому что вот, ну, действительно люди от него умирают, там, болезни и все остальное. Это очень плохо. Но, знаете, вот я уже вот в своей жизни вот всегда самую плохую ситуацию рассматриваю всегда с позитивной какой-то стороны. Я стараюсь искать позитив в самой-самой негативной ситуации, в том числе и коронавирус. Если мы вот сейчас отбросим негатив и будем концентрироваться на позитиве, дуже хочется, я думаю, что да, в обществе это просто необходимо, то мне кажется, и объективно так получается, что коронавирус у нас в Украине – это проукраинская сила. Ну вот, так, давай. Это может звучать дико, но обратите внимание, что вот у нас была реформа Супрум. Я говорю «была», потому что с 1 апреля должны были закрыть 30% всех больниц и оставить только так называемые опорные больницы. А все мы же знаем, что как бы медики всех выгоняют на улицу. А что ты опорные больницы? Опорные пункты просто оставят, и все. И мы объективно понимаем, что с учетом пандемии, с учетом коронавируса и так далее, никто закрывать больницы не будет. И найдут деньги, и будут выплачивать зарплаты. Еще, скорее всего, даже увеличат количество больниц. Я же улавливаю, так, разумею. Здесь получается как, что вот медреформу Супрун не мог остановить никто. Ни там оппозиционные какие-то партии, ни там, не знаю, там наводнения, штормы, ураганы, там отсутствие денег в бюджете. В общем, ничего не могло остановить, собственно, вот эту медицинскую реформу с вот этой вот бабой с косой, непонятной внешностью по фамилии Супрун. И вот, и тут бац, пришел коронавирус. Вот пришла сила, непреодолимая фактически, которая говорит, знаете что, друзья, ваши реформы, конечно, это самое, вы там что-то делаете, но ну, не будет так, как вы хотите, потому что вот, вот будет вот так, и ни одной больницы не закроют. И фактически так, мы наблюдаем, что это фактически плюс. А еще плюсы есть? Если мы идем дальше, мы смотрим на ситуацию с голосованием за продажу украинской земли. Фактически вот все говорят о том, что вот Верховная Рада будет, несмотря ни на что, голосовать за рынок земли. Коронавирус тих, кто будет голосовать за, він на них стрибну, и вони не зможуть. Здесь просто мы наблюдаем ситуацию, как Верховная Рада фактически до 3 апреля будет блокирована, и она не сможет принимать решения в отношении рынка земли. То есть она не сможет рассматривать поправки, которые нужно рассмотреть для того, чтобы подойти к голосованию во втором чтении за этот закон. А здесь опять же мы наблюдаем, что раньше нам рассказывали, что все, это с Господом Богом согласовано, там, с Ротшильдом, Рокфеллером, там, кем еще там только не согласовали, что вот все решено. Зеленский это все благословил, депутаты уже получили, я так понимаю, там, задаток за нужное то, чтобы они кнопочку зеленую нажали, и вроде как бы все хорошо. Вроде вот все, вот ничего не могло остановить вот этот вот абсолютно антиукраинский подход к реализации или там к обслуживание или фактически владение нашей украинской земли. Но пришел коронавирус и говорит, друзья, что вы там хотели, там, закон о рынке земли принять? Так не будет. И сейчас мы видим, что вот эта сила фактически заблокировала решение по рынку земли. И до 3 апреля, опять же, заседания будут только в комитетах, но не в Верховной Раде. А вот, ну вот действительно, а что могло помешать вот этому процессу? Я не представляю. Но пришел коронавирус, и говорит, друзья, ну, при всем уважении, наш, да? До свидания. Ну, то есть, если вот посмотреть на эти нюансы, именно с юмористической точки зрения, да, это действительно вот те позитивные процессы, которые происходят. А если брать вот еще какие позитивные процессы могут происходить, то, вы знаете, вот можно посмотреть на Китай. Китай коммунистический, Китай, который мобилизировал свое общество для того, чтобы бороться с этим коронавирусом. Если мы возьмем нашу Украину, мы тоже, по идее, когда у нас была коммунистическая партия, могли бы каким-то образом мобилизироваться примерно по похожему сценарию. Сейчас у нас есть возможность мобилизироваться. Сейчас мы можем наблюдать, как Украина может мобилизироваться, когда есть реальная угроза.
Здесь очень важно понимать качество всего этого дела. На нем засорять. Здесь вопрос, а сможет ли она вообще конструктивно и качественно противостоять подобной угрозе? Потому что раньше мы могли. А сейчас как это будет? Как изменились люди? Как изменилась ментальность людей? Если раньше мы были хлебосольным, добродушным народом, которые стояли друг за друга, то сейчас, вот уже за годы независимости, уже в основном мы себя воспринимаем как человек-человеку-волк, а не человек-человеку-брат и друг. И это объективно, к сожалению, так, потому что у нас очень сильно увеличился вот такой вот именно разрыв именно в восприятии. То есть мы уже воспринимаем человека больше с негативом стороны, что человек якобы там где-то что-то хочет там обмануть или что-то нехорошее сделать. Раньше такого не было. Раньше мы могли быстрее мобилизироваться. Конечно. И мы могли стать плечо к плечу. Сейчас как это будет? Я почему-то уверен, что будет совсем не так, как было раньше. И мы на себе ощутим все негативные последствия вот такого кардинального изменения системы, и мы увидим это на практике. Это самое важное для того, чтобы мы смогли сделать выводы. То есть, если мы зараз говоримо про безпосередньо стосунки між людьми. А так ми маємо ще звернути увагу на економічні наслідки, які можуть зараз відбутися, тому що, дивись, закриваються школи, дитячі садочки, люди, тобто, яким нема куди дітей діти, вони мають їх забрати з собою, тобто вони і на роботі не можуть попрацювати, та й вдома вони не відпочинуть. Тобто зачиняються кінотеатри різні, тобто інфраструктура вона заморажується. І враховуючи те, що у нас в нашій країні, відверто кажучи, не дуже такий стан економічний, не дуже гарний, то це може вплинути ще більш негативно. Здесь, я думаю, нужно опять же нам, українцям, сравнить, как вот было бы раньше и как сейчас. Как борются с коронавирусом в Америке, в Европе и как борются у нас. Ну, поки ще те, що я бачив, там борьба за туалетний папір. Какая роль государства там, и вот в Европе, в Америке и у нас? Все мы видим, что МВФ, не МВФ, а Федеральная резервная система сделала эмиссию. То есть напечатала еще 170 миллиардов долларов. Ну вот для того, чтобы, знаете, там рынки поддержать, чтобы они не сильно падали и так далее. Мы видим в Европе, как выделяются также миллиарды евро для того, чтобы эту ситуацию как-то изменить. Для того, чтобы ситуацию направить в какое-то позитивное русло и компенсировать как-то те негативные последствия для экономики, которые, безусловно, будут, потому что приходится выключать целые сектора экономики, там ресторанный бизнес, там туристический бизнес. Но это вот объективно негативные процессы. Там борются как? Там просто берут и печатают деньги для того, чтобы закрывать эти потребности. У нас никто не печатает. У нас делают вид, что, друзья, вы как-то сами справляетесь со своими делами, потому что Я, наприклад, чув, що президент Сполучених Штатів Америки взагалі сказав, що оці 3 місяці вони будуть вільними для оподаткування. Тобто податки не треба буде платити тим людям, які будуть ми бачимо ряд шагов від стран, які суверенні, які можуть приймати рішення, абсолютно нормальні, адекватні дії, в тому числі від Китаю. А когда у нас происходит ситуация аналогичная, мы видим абсолютно неконструктивную позицию нашего государства. И что мы видим? Мы видим, как Андрей Портнов, он собирает деньги, сам скидывается деньгами для того, чтобы хоть как-то решить эту ситуацию. Мы видим, как у нас фактически вот элита, там, представители общественного мнения, там, лидеры общественного мнения, они на уровне вот своем коммуницируются, а государство действует как-то более отстраненно, более просто чисто вот, знаете, вот репрессивными методами, просто вот все запретить, все это самое заблокировать. А как люди будут выживать? Что дальше? Вот оно, конечно же, об этом забывает сказать. И вот сколько денег и откуда вот оно, деньги эти возьмутся для того, чтобы закрывать те же, например, возросшие затраты по медицине, в тех же больницах, в тех же закупках лекарств и так далее. И фактически, если мы посмотрим объективно сейчас, то надежда на Китай. Потому что, вот, скорее всего, вот коммунистический Китай, они могут сюда прислать помощь.
Потому что в Европе они даже европейским странам помощь не дают. Фактически Германия отказалась Италии выдавать те маски там, и там, аппараты для того, чтобы они закрыли как-то свои вопросы, потому что Германия опасается, что у них такое будет. То есть это абсолютный нонсенс, когда страны вроде Евросоюза, а странам Евросоюза, в том числе Италии, помогает именно коммунистический Китай, который все это дело, у него даже сейчас оно не остановилось, эти процессы, но тем не менее. То есть мы сейчас видим, как Куба начинает отправлять своих врачей в Китай. Куба, та страна, которая уже полвека, по-моему, живет просто в эмбарго экономическом, которая давит Соединенные Штаты просто со всех сторон. Даже эта страна своих врачей дает для того, и свои медикаменты, для того, чтобы хоть как-то решать эту проблему. То есть я думаю, что это вот хорошее наглядное пособие, что будет человечеством и кто будет помогать человечеству, если вот человечество столкнется с серьезной проблемой. И вот мы объективно видим это на практике, и это не хорошо и не плохо. Это, я думаю, объективная ситуация, и мы просто должны делать выводы.